Уже ни для кого не секрет, что 8-я годовщина компании APL Planet 2019 пройдет в Москве 8-9 ноября. Все это время подготовка к событию держалась под строжайшим секретом. Но сегодня мы решили приоткрыть завесу тайны. Совсем немного. Для того, чтобы вы могли осознать, насколько глобальное шоу ждет вас. Всем привет! Мы находимся в том самом месте, где на протяжении следующих 9 месяцев наша команда будет репетировать и тренировать свое мастерство в иллюзионном искусстве. Буквально сегодня нам пришлось разобрать пол здания. Целое окно, чтобы затащить вот такие огромные ящики с реквизитом, которые прибыли прямо из Соединенных Штатов, из лаборатории Дэвида Копперфильда. Мне самому не терпится вскрыть эти ящики и посмотреть, насколько же качественный, интересный, а самое главное, эксклюзивный реквизит прибыл к нам сюда, для того, чтобы наши партнеры смогли вдохновиться, увидеть потрясающее зрелище. Для подготовки события были собраны профессионалы из разных городов. Лучшие художники по свету, звукорежиссеры, артисты, мастера организации уникальных событий. Такой подготовки у нас еще ни разу не было. По всей России собрали лучшие умы, лучших профессионалов, которые горят, которые хотят творить и создавать что-то невероятное. Ведь мы действительно заявили, что это будет лучшее иллюзионное шоу. Сначала Европы, теперь я уже могу с уверенностью сказать, что такого шоу нет даже в Лас-Вегасе. Мы готовим очень много сюрпризов. Все будет двигаться, все будет меняться, и каждый номер будет уникален по-своему. Теперь, когда шоу детально прописано, готов реквизит и тщательно отработан сценарий события, пришло время долгих и упорных репетиций. Конечно, мы не можем показать вам много, чтобы не испортить сюрприз и сохранить интригу. Но поверьте, такого шоу еще не было нигде. Сами организаторы в шоке от масштабов будущего события. Я просто посоветую партнерам не то чтобы посетить это событие. Я думаю, что они будут просто жалеть, если они не попадут на это событие. Потому что увидеть такого шоу, я думаю, что им, может быть, и не получится. Даже если они поедут на лучшие шоу иллюзионистов, то есть это будут отдельные аттракционы, отдельные фокусы, отдельные шоу, но масштаб с участием президента, я думаю, что им запомнится на всю жизнь. APL Planet «Магия восьми» бесспорно станет кульминацией года чудес и волшебства в APL. Сюрпризы ждут абсолютно каждого гостя. События такого масштаба изменит ваше представление о реальности раз и навсегда. По-другому с APL просто не может быть.